Он не отвечает? Да, немного переживаю. Возможно, я просто сгущаю краски. Но все-таки хотелось бы убедиться, что он в порядке. Тогда иди. Я все равно останусь здесь. Чего? Думаешь, я тебя оставлю здесь одну? Я не слабо так выдохлась. И спускаться по лестнице не особо хочется. Не волнуйся, у меня есть идея. Ты уверен насчет этого? Путь по лестнице будет долгим. А я и не говорил, что спускаться мы будем по лестнице. Ведь так? Вот теперь мы квиты. Если вдруг встретишь Хьюга, передай ему, что со мной все хорошо. Он довольно сильно переживает за меня с тех пор, как... А вообще, неважно. Пойду проверю, в порядке ли Рейф и остальные. Встретимся у школы! Ронан? Что ты здесь делаешь? Ты не отвечал на мои звонки после того взрыва. Я лишь хотел убедиться, что вы, ребята, в порядке. Да, мы в порядке. Он врет. Ну, сейчас-то все хорошо. В конце концов, все обошлось. Небольшой отдых должен привести вас в норму, сэр. Спасибо, Рейвен. Могу я тебя попросить еще кое о чем? Не могла бы ты попросить остальных подзарядить этот орницит? Я его полностью разрядил. Без проблем, сэр. Пойду проверю, как там остальные. Остальные? С ними все хорошо? Все выглядят такими измотанными. Мы все чуть не погибли, пытаясь удержать это чудовище. Но сейчас они в порядке. А что насчет тебя? Я в порядке, Ронан. Нас пронесло. Тема закрыта. Когда чудище пробило барьер, его отпрыски окружили нас. Половине отряда пришлось оборонять нас, оставляя еще меньше людей на подпитку Авалона. Хорошо, что твоя подруга вовремя спасла нас. Ты точно в норме, Рейв? Выглядишь уставшим. Да почему тебя до сих пор это волнует? Неважно, в порядке я или нет. Просто мне пришлось своими силами зарядить Авалон. Что? Но ведь это значит, когда Антань бросила копье? Да заткнись ты уже. Я же сказал тебе, что... Послушай, у меня не было выбора. Я должен был удержать эту штуку внутри. Даже ценой моей собственной жизни. Я ваш лидер, а хороший и ответственный лидер не позволил бы своим людям умереть. Рейв, но ведь и твоя жизнь важна. Ты что, совсем ничего не понимаешь? Хотя, на что я надеюсь? Ты думаешь, бросая это копье, Андаэн не осознавала все риски? А если бы Авалон не выдержал, и мы бы тоже попали под удар? Она понимает, на какие жертвы порой приходится идти. Убив того монстра, она спасла целый город. Если увидишь ее, передай ей мои слова благодарности. Рейван, немедленно перегруппируйся с остальными. Нужно срочно убираться отсюда. Нет!
происходит? Этот паразит как-то повлиял на Ронана. И если мои догадки верны, то у нас большие проблемы. Поднять щиты! Мы должны обездвижить его, пока не найдем способ ему помочь. Все в порядке, босс. Я ему не наврежу. Отпусти его! Этот паразит использует его тело как куклу. Практически все истощены. Их магия угасает. Сэр, каковы указания? Что-то на лице? Хватит быть таким милым, ты очень отвлекаешь. Я... Здесь что-то не так. Мне нужно идти. Ты ведь не бросишь меня одну, как в тот раз? Припоминаешь? Помни, что случилось, когда ты покинул эту комнату. Что случилось со мной после того, как ты вышел за эту дверь? И все равно ты меня бросаешь? Я останусь! Я так счастлива. Обещай, что больше никогда не бросишь меня. Обещаю. Пока ты здесь... Со мной. Я буду в порядке. Сэр! Сэр! Орницит полностью заряжен. Наша магия оказалась достаточно. Но свою-то магию ты не использовала, ведь так? Да, но... Ты лучший медик в отряде. И если кто-нибудь пострадает... Ты должна будешь готова помочь. Я постараюсь приблизиться к Ронану вплотную и заманить его в щит, пока вы не вернетесь с подкреплением. Я увеличил мощность устройства. Теперь щит сможет противостоять его силе. А теперь бегите! Остаться. Тем людям нужна помощь. Прощай. Видимо, ты что-то не так понял, дорогой. На этот раз тебе не уйти. И ты ничего не сможешь с этим сделать. Прости, что разочаровала тебя, Ной.
Сбит с толку. Тобиас! Обещание заслуживает наказания. Так вот в чем дело. Папа! Мог бы достичь многих высот, если бы приложил к этому усилия. Ты мог бы помочь стольким людям. Я о таком мог лишь мечтать. Я горжусь тобой, очкарик. Слишком слаб. Да знаю я. Я лечу его другим способом. Я использую свою собственную энергию, чтобы залечить самые серьезные раны. Но этого все равно недостаточно. Он потерял слишком много крови. Если поторопимся, то все еще сможем спасти его. Ты вроде как Роннан, да? Нужно обработать и твои раны. Пойдем с нами. Ты ни в чем не виноват. Мисс, не могли бы вы поднять его? Нам нужно срочно отнести его в машину и немедленно отправляться в больницу. Сюда, пожалуйста. Давайте скорее выбираться отсюда! Мы можем лишь надеяться на лучшее. Ничего не работает. И если мы так ничего и не придумаем, мы потеряем его. Неужели ты так сильно его ненавидела? Хотя бы в этот раз делай вид, что тебе действительно заботит судьба монстров. Асгор, не знаю, слышишь ли ты меня. Мое сердце больше не выдержит. Я так устала от неудач. Но началось все это еще давным-давно. Я считала тебя сломленным монстром.
видя, как тебя переполняет столько горя и ярости. Я так и не осознавала, что тоже была сломленной. Я пообещала, что больше никогда не брошу его. Я ушла, чтобы сидеть возле его могилы. И я отказывалась отходить, чтобы поесть или поспать. Я даже позволила тем детишкам покинуть руины в одиночку, без моей защиты. Иначе мне бы пришлось снова покинуть его. Я бы просто не смогла перенести этого. Я считала, что ненавижу тебя за твои злодеяния. Так было проще, чем узреть свои собственные неудачи. Вот почему то существо ошибалось насчет меня. Я не ненавижу тебя, Сгор, и никогда не ненавидела. Ненавидела я лишь саму себя. Тори. Аскор. Я пойму, если ты меня возненавидишь. Моим деяниям нет прощения. Я просто думала, что нашему миру пришел конец, когда мы оказались в ловушке под землей. Но после сражения бок о бок с тобой, я наконец-то понимаю, что именно ты чувствовал. Теперь мне понятно, почему ты так рвался пожертвовать всем, чтобы снова вывести нас всех на поверхность. Прости меня, Асгор. Ты делал все это ради нас. Хватит, Ториэль. Асгор. Ториэль, я знаю тебя вот уже больше 1000 лет. Все, через что мы прошли вместе, все, что ты сделала для меня, связь, которую мы создавали на протяжении 100 лет. Ты правда думала, что все это так просто сломить? Должен сказать, что мне тоже очень жаль за все то, что я сделал, пока был слеп. Я забыл, кто я есть, и забыл тебя. Тебе вовсе не стоит извиняться, Асгор. Это ведь я. А еще я никогда не переставал любить тебя. Понимаю, как сейчас обстоят дела между нами. И я знаю, что на исцеление уйдет очень много времени. Но если тебе нужен друг, пока ты снова учишься прощать себя... Надеюсь, я смогу им стать. Асгор, ты правда не злишься на меня? Никогда не злился. Я просто счастлив, что мы наконец разобрались в самих себе. Эй! Вам там подмога не нужна? Мы получили экстренный вызов и прибыли как можно скорее. Эй! Сработало? Пришлось вызвать специалиста-механика скорой помощи вместо целителя. Он совершенно уникальный монстр. Его ядро и душа слиты воедино. Для него магическое электричество, словно для нас кровь. Я не смогу полностью починить его, но это даст больше времени, чтобы найти специалиста, который исправит его положение. Надо бы, кстати, убедиться, что все остальные здесь тоже в порядке. Даже если это и конец, то я рад, что мы встретим его вместе. Еще не все потеряно. Чара, а возможно и Азриэль, сейчас там, сражаются за всех нас. Я верю, что они смогут спасти нас всех. Чара, Папирус или на ногах стоит? Азриэль, ты должен вывести их отсюда. Но Чара! У нас нет времени на планы!
Хорошо, Чара. Я отведу Папируса с Гастером в безопасное место. Но сразу после вернусь, чтобы помочь тебе. Заметано. Бегите! Обладает разрушительной мощью. И я без понятия, какими способностями она владеет. Если я действительно хочу с ней сражаться, мне понадобится пространство побольше. Моя очередь.
что, победили? Да, победили. Мы и вправду победили. Не могу пошевелиться. Сил вообще не осталось. Давай тогда отдохнем минутку, прежде чем возвращаться. Азриэль, я так рад, что ты мой брат. Рейф, очнулся! Что произошло? Остальные, они живы? Сам посмотри. Я столько пропустил. Я ведь ваш лидер, и все это время я спал. Мне нужно идти. Нет, не нужно. Сейчас тебе стоит отдохнуть. Я позаботился обо всем для тебя. Ну, почти обо всем. Политики и журналисты могут подождать. Тебе сейчас нужно думать о выздоровлении. Я ведь надеюсь, ты же ведь не был здесь, ожидая, когда я очнусь. Ронан! Все в порядке, я сам не против. Я раньше не проводил довольно много времени в таких комнатах. Да и к тому же, кто-то должен был присматривать за тобой. Рейвен могла бы это сделать. Или Тобиас. Я не знаю, почему ты... Я рад, что ты в порядке, Рейв. Я тоже рад. Ну? Уверен, что медсестры будут рады узнать, что ты уже очнулся. Позову кого-нибудь, чтобы тебя осмотрели. Отлично, ты снова на ногах. Теперь можешь сказать другим округам, что отказываешься от своей должности. О чем ты таком говоришь? Но ведь я ее только занял. Нам нужен был кто-то, кто остановил бы нападение на город. И я сделал это. И чем это закончилось? Из-за твоих действий половина центра города оказалась уничтожена. Есть очень много напрасных жертв. Твоих усилий оказалось недостаточно, чтобы спасти их. Я пытался защитить их как мог, мам. Ты чуть не умер! Может, если бы ты не провел всю жизнь, игнорируя свой долг, этот город сейчас был бы более подготовлен к случившемуся. Ты и пальцем не пошевелил, позволив Джессике делать за тебя твою работу. Она не годилась на роль лидера, и потому погибла. С тобой случится то же самое. Не говори так о Джессике.
Этому городу нужен сильный лидер. Уверенный и харизматичный. Тот, кто сможет защитить свой народ от любой беды. И этот лидер не ты. Не тот, кому было плевать на всех, пока беда не добралась до него самого. Гожусь ли я для этой должности или нет? Тебе это заботить не должно. Но и заслуживал этой должности. Ты здесь только потому, что больше никого не осталось. Эй! Не плевать, кто вы такая. Не смейте так разговаривать с ним. Особенно после того, что он сделал для нас. Офицер Ронан, вы хоть понимаете, что эта катастрофа оказалась такой масштабной только из-за халатности Рейва? Что вы несете? Вы вообще видели, что сделал Рейв? Да мы бы все были мертвы, если бы не он. Ситуация ухудшилась только... Нет! Не смейте говорить, что Рейву было плевать. Он сделал все, что мог, и даже больше. Он заботился о своем городе больше, чем кто-либо другой. Мне все равно, кем вы считаете Рейва. Вы ошибаетесь. В тот день я лично видел, кто он на самом деле. Я бы предпочел, чтобы именно Рейв был моим лидером, чем кто-то вроде вас. Понимаете, представители других округов не разделят вашу точку зрения. Слишком много людей погибло, и Рейву придется ответить за это. В таком случае, я буду поддерживать его на каждом шагу. Я верю в то, кем является Рейв сейчас, а не в то, кем он был раньше. Если вы думаете, что кто-то, кто сделал так много, чтобы нас защитить, не годится на свою должность, значит, у вас неправильное представление о хорошем лидере. Рейв, ты как? Не волнуйся, я помогу. Давай-ка отведем тебя обратно в кровать. Да, было бы неплохо. Быть лидером наверняка непростая работка. Вот почему с этого момента я буду помогать тебе. Что бы ни случилось, я буду рядом, чтобы помочь тебе справиться со всем. Ну, если ты, конечно, не возражаешь. Да. Не возражаю. Гастар? Ты в порядке, Папирус? Несколько дней я был уставшим, но сейчас я чувствую себя гораздо лучше. Прости меня. Ты не должен был пострадать. Я мог бы постараться и защитить вас обоих, но не смог. Хуже того, я ранил тебя. Я обещал себе, что никогда не позволю этому случиться. Что? Не нужно извиняться! Это я должен просить прощения. Тебе не стоило это все делать в одиночку. Нет, Папирус. Я был слишком слаб, чтобы помочь кому-либо. Пока ты защищал Санса. Пока он защищал нас. Все, что я мог делать, это смотреть. Вы нуждались в помощи. Если бы я приложил больше усилий, Санс бы выжил. Даже когда я погнался за ней в одиночку, я не хотел навредить ей. Я не хотел сражаться. А ведь если бы захотел, то смог бы защитить вас. Сансу пришлось делать это за меня. Если бы я был похож на тебя и попытался бы убить ее, может, Санс сейчас... Может, он... И
Если бы ты был похож на меня, Папирус, меня бы сейчас здесь не было. Если бы не твоя доброта, Санс бы покинул нас еще раньше. Ты подарил ему шанс увидеть нас всех еще раз. И я уверен, что именно этого он хотел больше всего на свете. Но если бы я попытался... Да, Папирус, ты прав. Из тебя не первоклассный боец. Но сила — это не просто мощь или агрессия. Ты преуспел в том, в чем никто из нас никогда не преуспевал. Это то, что наделяет тебя еще большей силой. Ты способен достучаться до черепушки любого, какой бы твердой она ни была. Ты способен помочь друзьям даже тогда, когда они проходят тяжелые времена. Поверь, я знаю это. Я достигал самых темных глубин. Так далеко внизу я мог бы забыть, что когда-либо видел свет. Но даже в той, казалось бы, безысходной ситуации, ты стал для меня лучиком света, что вывел меня на поверхность. Послушай, Папирус, я никогда не был хорошим отцом, но все же есть кое-что, что мне хочется сказать тебе. Говорю это тебе, как отец своему сыну. Твои руки предназначены не для уничтожений, а для того, чтобы укреплять узы. Ты не боец, и это то, чем я очень и очень горжусь. Оставайся таким всегда. Спасибо, что позвала на ужин, Ториэль. Ничего такого. Можешь приходить в гости, когда захочешь. Пожалуй, я еще подумаю об этом. Хорошо, до свидания. С кем ты разговаривал? Просто какой-то парень. Говорил, что он был с нашим районным лидером. Рассказывал что-то о помощи людям и... совете магов. А, понятно, почему они решили поговорить именно с тобой, дорогой. Ты так вырос. Как думаете, стоит ли ждать от него еще звонков? Ха! Надеюсь! Мы сделаем этот мир лучше, чем когда-либо! Правда, Чара? Так странно, Азриэль. Никогда не думал, что мы снова окажемся вместе, вот так, на поверхности. Наверное, я просто немного волнуюсь. Я не был таким счастливым, когда жил здесь раньше. Помнишь? После всего того, что я сделал. Не знаю, достоин ли я чего-то лучшего. Ха! Конечно, достоин! Если я так считаю, не думаешь, что и тебе стоит? Ладно, раз ты так говоришь, то я попробую. Чара, если ты волнуешься, мне лишь придется быть достаточно храбрым за нас обоих. Жизнь такая штука, но мы справимся. Вместе. Мы можем сделать наше будущее таким, каким только пожелаем. И лично я хочу сделать его хорошим. Каким только пожелаем. Я не особо уверен, чего я хочу, Азриэль. Но в этом-то и проблема. Но впервые за все время, когда я думаю о будущем, у меня есть надежда.